очень много интересного. Мне кажется, что очень интересный проект, как мы сказали. Я искренне верю в проект, потому что он очень настоящий. То есть здесь не поддельные эмоции, здесь действительно и в сути постоянные переживания, вот еще какие-то скандалы бывают, потому что все очень души переживают, участников, каждому свое мнение, сохранить сотню, чтобы они все поднялись и участников, и не просто. И участник должен работать в человеке качественно, чтобы всем понравиться, потому что в нашей сотне очень разные возрастные группы, разные, скажем так, интересы музыкальные представлены, и каждому нравится свое, так что любите совсем участников. Вот ты себе замечаешь, ты стал как-то строже, допустим, в последние программы, да, там,